на конкурс «Дети читают стихи» воспитанницей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маленький принц» прочитают стихотворение «Непослушная кукла», автор Валентин Берестов. Нашей кукле мы твердим по 20 раз. Что за испытание, просто наказание. Просит куклу танцевать, она лезет под кровать. Что за испытание, просто наказание. Все играть, она лежать. Все лежать, она бежать. Что за воспитание, просто наказание. Вместо супа и котлет подавайте ей конфет. Что за воспитание, просто наказание. Ох, намучились менять, все не так, как у людей.